Друзья, всем привет! С вами Гамилькар Барка. Сегодня у меня видео, посвященное турнирам по второму рейму. Вернее, турниру, который, регистрация на который сейчас открылась на Кланконе. Ссылочку, само собой, оставлю в комментариях. Турнир проводит мой хороший знакомый Гамилькар Барка из клана ФГ. Турнир по второму рейму. В чем фишка этого турнира? Вкратце, в двух словах. В оригинальности правил, то есть... Как проводятся обычно турниры по второму Риму? Есть уникальный режим Кубка Нации, когда ты получаешь одну фракцию и играешь на протяжении всего турнира этой фракции. И есть обычные турниры, где ты свободно выбираешь фракцию, банишь фракцию и играете матчи. Здесь же правила немножко другие. Ты не выбираешь фракцию, ты выбираешь матчап. Твой противник выбирает фракцию и... ты играешь той, которая осталась. То есть ты выбираешь сразу две фракции, которые будут принимать участие в бою. Это очень интересные и красивые правила. Они очень похожи на те правила, которые были в первом Риме на некоторых турнирах. И тем этот турнир мне и приглянулся. Я на самом деле уже достаточно давно потерял такой, знаете, животрепещущий интерес ко всяким разным турнирам и к соревновательной практики, скажем так, чисто ради галочки принимая участие в турнирах. Но вот этот турнир, он меня реально заинтересовал, я на него с большим удовольствием зарегался. И вам всем советую зарегаться, правила вот они здесь у нас указаны. Я думаю, что они пока на английском, думаю, будут и на русском языке. Все, кто хочет принять участие в турнире, попробовать себя, смело регистрируйте. Здесь для участия необходимо, ну, не нужно иметь какого-то высокого скилла, профессионализм или чего-то еще. Просто ты регаешься, играешь, получаешь удовольствие, кайфуешь от происходящего, знакомишься с людьми, общаешься, и все круто. Все интересно, все весело, и думаю, если кому нужно хобби на зимние праздники, можете смело переходить по ссылочке и подписываться на участие в турнире. Всем большое спасибо, всем пока.